Ты чё, а меня... я тебя уже зову. Ты чё, меня не видишь, что ли? Мужа, и, мужа не узнала. Я черепашкой зову. И на хвостик еще можно. Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики. Рад вас снова видеть. Вот сегодняшняя программа будет посвящена сумке Этро. Вот такая вот прекрасная сумочка. Значит, моя супруга заказала мне подарок. Подарить ей маленькую сумочку. Искал я долго-долго. Искал и Армани, и Гуччи, и все остальное. Вот для сравнения, вот такой вот маленький вот спичечный коробочек, да? И вот такая вот сумочка. И, в общем, после долгих моих мытарств я купил вот эту сумку. И как вы думаете, для чего она? На самом деле она очень функциональна. Вот такая маленькая, изящная, хорошая. Сейчас я вам покажу, для чего она у меня. Сюда прямо-прямо по размеру входят вот такое большое количество карточек кредитных. Вернее, не кредитных, но и кредитные тоже. На всякие скидки в магазинах. Дисконтные. О, дисконтные всякие разные там. Спортивные, для вещей. Там для всяких аптечные, всякие. Вон сколько у меня их много. Это я люблю так шопинг. Мне везде дают такие карточки за много лет. Вот столько много мне дают карточек во всяких магазинах. Так что как раз вот такая пачка сюда и входит. Ой, слушайте, а я и забыла. Слушайте, тут еще одна есть вещичка. Сейчас я вам покажу, для чего эта вещичка-то. Вот. Помните, была такая передача у меня про муранское стекло? Это вот вещь тоже с муранским стеклом. Но вот угадайте, что это такое? Для чего это? Кто-то говорит, это браслет. Она вот так крутится вот. Здесь такая штучка мягкая. А это вкрапление серебра, муранское стекло. Вот она такая, видите, вот так складывается, раскладывается. В таком бархатном мешочке маленьком. И да. Умещается ровно вот в сумочку Этро. Она может и вместиться и Феррагамо вот в эту мою косметичку. Тоже она может вместиться. Я ее, между прочим, так и ношу. Только угадайте, для чего? Короче, ребята, вы ни за что не догадаетесь. Зачем я сейчас вам попытаюсь как-то немножко намекнуть, для чего она. Оказывается, вот она для чего. Когда дама приходит в ресторан и хочет повесить свою сумочку, по этикету надо ее не на пол ставить, потому что это, боже упаси, это плохая примета у черногорцев. Денег не будет и всего остального. Поэтому сумочка должна обязательно где-то висеть, но не на стуле, потому что на стуле это тоже не по европейскому этикету. Вот такая эта деталька. Если вы такую штучку увидите, или вот, допустим, может побольше сумочка висеть, вот такая. Сумку можно и дамскую, и любую абсолютно вешать на этот крючочек. И вот на столе она выглядит вот таким образом, красивый, муранский, такой копеечный, хорошенький, да. Такой пятачок. Это мы привезли с Италии. Вот такая вот прекрасная у нас сумочка функциональная с таким вот крючочком. Так что хороший подарок мне сделали. И сумочку, и такую штучку. Если вы ее увидите, покупайте. Обязательно покупайте. Так что, друзья мои, товарищи, серый боксер, Стас Украина, Серый Татьяна Израиль, всем привет! Ждите от нас новых включений, интересных программ. Ой, господи, все из рук падает от радости. Да, мы скоро летим в Испанию, в Барселону. И будет у нас интересное там включение. У нас еще лягушка есть такая, которая тоже у каждой дамы должна быть дома. Да, так, ладно. Лягушечка. Ква-ква, ква-ква. Ква-ква. Все, всем привет, до новых встреч. Чао! Чао!